Селеберлик Майнкумского района в рамках Дней культуры «Мединет Асыл Казнам» открылась аллея Кокчерек. Парк построен при поддержке неравнодушных жителей села Берлик. Выступая в ходе торжественного мероприятия, генеральный прокурор страны Берик Асылов поздравил земляков с праздником и выразил уверенность, что открытие парка послужит патриотическому воспитанию будущих поколений. Собравшиеся на церемонии возложили цветы к мемориальной доске Омара Исабекова, участнику Великой Отечественной войны, принимавшему участие в штурме Берлина. После этого собравшиеся выразили добрые пожелания и состоялась торжественная церемония перерезания ленты. Уважаемые друзья, земляки, коллеги, одноклассники, сегодня поистине радостное событие. Хочу поздравить вас с этим. Это, несомненно, праздник. В ходе мероприятия особое настроение собравшимся придали работы ремесленников, представленные в парке. Жители села посадили в парке саженцы. Мероприятие завершилось спортивными соревнованиями и концертной программой. Анна Поколева, Айкын Акпарат.